Поздравляю с победой. Расскажи, как прошел матч, по твоему мнению? Тяжелый матч. Почти весь матч играли от обороны. Отдали ребята, я думаю, много сил. Но самое главное, что сегодня победили, я очень рад. Ну, как настраивались на игру с Кайсаром? Были какие-то особенности? Ну, как и в каждой игре, я думаю, настроились хорошо. Тренер дал задачи, я думаю, их выполнили и потому выиграли. Сегодня твой второй гол в этом сезоне. Как ощущение? Мне самое главное, что команда бы выиграла. Конечно, очень рад, чтобы забыл, но мне самое главное, что команда выиграла, и мы дальше идем к своим целям. Спасибо большое.